Бойцы самарского спецназа «Мангуст» – крепкие волевые мужчины. Они обеспечивают безопасность в местах лишения свободы, участвуют в контртеррористических операциях, разыскивают беглых заключенных и ликвидируют массовые беспорядки. Чтобы служить в спецназе в СИН, необходимо иметь серьезную военную подготовку и находиться в хорошей физической форме. Один из таких бойцов – снайпер-инструктор Игорь. Он с гордостью носит краповый берет, который является высшей формой отличия военнослужащих спецназа. Получил его на квалификационных испытаниях в Мордовии. Для этого ему пришлось выдержать серьезные нагрузки. Самое сложное – это вот пройти вот марш в полной боевой экипировке, 12-километровый, с водными, потому что очень сильно устаешь. Это и болото, и водные преграды. В этот день на базу спецназовцев пригласили студентов самарских колледжей. Главная задача организаторов – рассказать молодым людям о престижности профессии. Я надеюсь, что сейчас, послушав и пообщавшись с нашими сотрудниками, кто-то из них примет для себя в будущем решение связать свою судьбу со службой в том числе в специальных подразделениях. После выставки оружия и познавательной лекции сотрудники организовали для гостей показательные выступления. Собравшимся продемонстрировали приемы рукопашного боя и штурма автобуса, который захватили беглые заключенные. При задержании преступников сотрудники спецназа облачили специальные боевые костюмы. Шлем, щит и бронежилет. Именно такой экипировкой пользуются сотрудники спецназа в СИН. Вес обмундирования может достигать 20 килограмм. Очень была интересна материальная часть, выставка вооружений, также и средства индивидуальной бронезащиты, также выставка бронетехники автомобилей. После выступления силовиков гости еще долго не расходились. Они делали фотографии с военной техникой и боевым оружием. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.